Всем привет! Ну а теперь у нас начался южный круг. Сейчас у нас переход на Вьетнам. Опять немножко идем раньше запланированного, поэтому встали в дрейф перед проливом между континентом и островом Хайнань. Вот такой туманчик у нас сейчас. Сейчас время 6 часов вечера. Наверное, через часик уже поедем. Встали после обеда в час по второго. Вот такой туман надвинулся на нас. Бака почти не видно. Такой вот Вьетнам сегодня. Стоим в Хайфоне. Это северная часть Вьетнама. В речке. Очень жалко, что заходим в речку в ночное время. И заходим, и выходим. Где-то в течение 2-3 часов идем по речке. До вот этого вот причала. Так бы, если бы было дневное время, можно было бы сделать таймлапс хороший, хорошую погоду. Но сегодня вот так, промозглая морось такая, здесь все мокрое, склизкое, противное. И сегодня ночью опять же выходим на китайский порт Квинчжоу. Суток, у кого оно доброе. У нас вот второй час ночи, и погодка разгулялась, волну разогнала. Вот идем полным ходом, было 120 оборотов, сейчас пришлось из-за нагрузки уже до 114 оборотов сбавить. Но спать практически невозможно, так в полудреме, потому что все скачет и прыгает на волне. Так что ночка не очень веселая получилась. Завтра с утра поснимаю, но завтра уже должно все стихать, по идее, по прогнозам. Вот. Завтра поднимусь на мостик, поснимаю, как там волна. Сейчас ночью все равно ничего не видно, к сожалению. Вот так все скачет, прыгает. Ну, при таком раскладе, как вы понимаете, поспать не судьба. Так всю ночку будем прыгать. Так что в море, даже если бывает время выспаться, то не всегда получается. Левую скулу, поэтому периодически втыкаемся носом. Это уже обороты сбавили, а то вообще было сильно. Сейчас более-менее мягко проходит.
капитан уже до 103 оборотов сбросил, чтобы морду не разбить. Со 120 до 103 ушли. Вот погодка после бессонной ночки уже немножко подстихла. В пределах 70% нагрузка. На регуляторе стоит Power Mode. Сейчас выставил, чтобы меньше рейка дергалась на волнах. Вот инструкция, как переводить на Power Mode. Там есть 4 режима. Автоматический режим, Power Mode силовой, потом фиксация самой рейки и еще какой-то, сейчас посмотрим, контроль, Mode Selector, вот он, Selector PM, то есть держит в соотношении с оборотами, вот этот Select Power, это у нас сейчас, Select Index, он жестко фиксирует рейку именно на том индексе, на котором нажмешь на кнопку, и автоселект в автоматическом режиме. То есть если нажать RPM, он будет держать постоянными обороты за счет увеличения или уменьшения подачи топлива, то есть рейка будет шевелиться. Вот Select Power, он просто делает работу регулятора более жестче, чтобы скачки оборотов не такие высокие были. Select Index, то есть фиксируется топливная рейка. И в зависимости от изменения воздействия на судно, там волны или ветра, обороты могут меняться, потому что топливоподача будет оставаться постоянной. И автоселект — это обыкновенная работа в автоматическом режиме. То есть поддержание оборотов, но более мягко работает регулятор, чем в Power Mode. То есть обороты, конечно, побольше прыгают, поэтому специально переключаем на Power Mode во время вот такого, во время такой качки, перепада оборотов. А погодка тем временем пока также ползем 103 оборота. Ладно, надо сваливать отсюда, пока меня тут не смыло.
А с кормы все кажется потише. Лазер вышел, авар. Значит, надо чистить стеклышко. Наверное, замутнело. Периодически надо снимать его. Все равно фильтр меня раз в месяц.
не спали из-за погоды. Волна поднялась. Вот. Сбросили обороты. Со 120 сейчас на 3 идем. Вначале я начал сбрасывать из-за нагрузки. И по нуду со 120 где-то до 114, наверное, сбросил поэтапно. А потом капитан до 103 еще сбавлял полночи, чтобы морду не разбить. Чтобы на баке все целое осталось, контейнера не пошибать. Вот. Сейчас спит. Сказал, что до 9 часов будет спать, помощники его поднимут. Будет смотреть уже, когда можно будет поднимать обороты опять. Но я по погоде вижу, что еще не получится. Пока так и будем ползти 103. Вот, никто ночь не спал практически. Может быть, под утро только получилось прикорнуть немного. Вот. Я и капитан тут полночи, вахтенный механик второй был на вахте. Сбавляли обороты мы. Вот. И тем не менее, вот как видите, приходится, даже и не спавши, в плохую погоду, но продолжать работать. Мейнтенанс, обслуживание и все прочее. Все по плану. Вот такая вот жизнь моряка бывает.